Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48-300. Эфир телеканала РЕН. Продолжают новости Анапы регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Для тех, кому закон не писан, автолюбители, которые забыли о правилах дорожного движения, рискуют стать пешеходами. Готовимся к родительскому дню. Благоустройство на городских погостах и новая схема движения транспорта. Российская красавица из Анапы. Финал всероссийского конкурса красоты вышла наша землячка Алина Исмагилова. Начнем с главного события. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на селекторном совещании обсудил с руководителями муниципалитетов ход подготовки к празднованию Дня Победы. Материально оценить подвиг ветеранов Великой Отечественной войны нельзя, но помочь тем, кто отстаивал свободу нынешнего поколения, долг каждого. На заседании Краевого оргкомитета «Победа» губернатор ставит задачу. К 1 мая деньги на новое жилье должны получить все ветераны, живущие на Кубани. Никаких задержек в этом вопросе быть не может. Каждый ветеран, который остался без жилья и до сих пор его не имеет, должен получить крышу над головой. Все деньги есть, мы получили деньги 14 марта, до 1 мая мы завершим эту работу. Улучшение социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной – одна из главных задач краевой власти. Губернатор напоминает об участниках боев и тружениках тыла. Их на Кубани насчитывается 40 тысяч человек. Власть должна заботиться не только в канун майских праздников. Особенно важно в свете участившихся попыток переписать историю, уделить внимание информационной поддержке и просветительской работе. Бывает и так, что она, к сожалению, иногда оставляет желать лучшего, замечает Вениамин Кондратьев. Я был там, новые микрорайоны, там... какая степная, раздольная, камышовая, что только не звучит в этих улицах. А почему именами героев их не называть? Я вот сейчас к главам муниципальных образований обращаюсь. Но есть, я уверен, в каждом муниципальном образовании герои. Я еще раз подчеркиваю, или герои Великой Отечественной войны, или кавалеры орденов, или герои боевых действий сегодняшних, горячих точек. Здесь будет ежедневная память о них. По словам губернатора, важно и дальше отстаивать правду, пресекая любые попытки перекроить историю. Никто не должен поставить под сомнение вклад России в победу над нацизмом. И тут важна роль общественных организаций. Очень трогательная акция «Бессмертный полк». В прошлом году в Краснодаре вместо заявленных 5000 человек собрала 50 тысяч. Люди с фотографиями дедушек, бабушек, отцов и матерей прошли в центре кубанской столицы и по всему краю. Мы договорились, что в каждом МФЦ смогут помочь заявителю, ветерану, разместить на всероссийском портале, который создан специально для ветеранов, он называется polkrf.ru, информацию о герое, о подвиге. Мы тоже сегодня история. Каждый из вас, сидящих за этим столом, история. Каждый глава и кто с главой сидит в студиях, тоже история. Если мы забываем про нашу великую историю, про нас тем более забудут. А мы это должны детей к этому приучить, они должны поощущать, что это великая страна, они должны быть к ним причастны сегодня. Ветеран в школе, баннер на улице, фильм в кинотеатре, именно про войну. Вы все это можете регулировать сегодня. А мы за счет как-то стесняемся, что это, наверное, вчерашний день уже, да не вчерашний, это сегодняшний день, не завтрашний день. По крайней мере, нашей страны. Торжественные мероприятия пройдут уже через 2 недели. В порядок приводят мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. Начинаются репетиции парадов в честь 9 мая. Подготовлены и георгиевские ленты. В этом году на Кубани их раздадут 700 тысяч штук. Но пока праздник чувствуется лишь на бумаге, замечает губернатор. А День Победы не может быть формальным. В этом случае внешняя атрибутика играет важную роль. Вениамин Кондратьев требует увеличить на улицах количество торжественных баннеров и плакатов. К Новому году мы за 2 месяца готовимся. Вы в магазин зайдите в любой. За 2 месяца уже прилавки ломятся. От новогодней мишуры, но это мишура. А это жизнь людей, которые были положены на алтарь победы нашей страны, чтобы мы с вами жили. И никакого уважения, внутреннего уважения просто нет. И к нам не будет со стороны наших детей. Если мы сегодня такое отношение проявляем к нашим старикам, живущим, ветеранам. И тех, которых уже нет. Понимаете, отчасти в ком-то из нас, я уверен, в большей и меньшей степени этот дух патриотизма существует. Да он сегодня востребован сегодня молодежью.
Сегодня генетическая память, она четко их возвращает и обращает к великим победам их дедов. Вы посмотрите, что творится на этими вывесками. У нас баннеров на дорогах нету, на улицах нету, а у них на машинах баннеры развешаны. Ну давайте просто поддержим, если мы не можем создать, хотя бы поддержим инициативу, которая идет от молодежи. Чтобы не просто помнить о подвиге, но и знать его цену, нужна каждодневная работа. Но ключевая задача, на которой губернатор считает необходимым заострить внимание, это поддержка ветеранов. Ведь с каждым годом их становится все меньше. Юные москвичи на каникулы едут в Анапу. По льготным путевкам в пансионатах и лагерях города-курорта в это лето отдохнут более 12 тысяч детей и их родителей, жителей Москвы и Московской области. Об этом нашей телерадиокомпании рассказали в Государственном автономном учреждении культуры «Мосгортур». Информация была размещена на сайте госуслуг 26 марта. На сегодня все путевки уже забронированы. Первая смена начнется в июне, сообщили в ГАУК, отметив, что правительство Москвы сохранило объемы финансирования, несмотря на экономическую ситуацию. Учреждения поясняют, что юные москвичи будут отдыхать в детских лагерях «Олимпийцы» и «Жемчужина». Дети в сопровождении родителей будут приезжать в пансионаты «Славянский», «Черное море», а также санаторий «Анапа». Завершен основной объем работы по благоустройству городского кладбища. К родительскому дню все будет готово. Об этом нам рассказал директор бюро по оказанию ритуальных услуг. По словам Олега Городнюка, осталось только закончить ремонт дорожного покрытия на улице Мира. У нас на нашем городском кладбище проводится и проведено уже очень много мероприятий подготовки. Самое главное, болезненное, это был ремонт дорог. Они были в плачевном достаточном состоянии. Сделан ямочный ремонт, дресу, вираж. Вчера они часть закончили, завтра продолжают еще часть дороги, которая вверх идет. Еще 100 метров ямочного ремонта. Покос травы, установка восстановленных контейнеров, мусорных баков. Вон они стоят, 56 контейнеров у нас установлено на эти дни. Газон, видите, вот у нас мы делаем такой небольшой ландшафтик, вот можно посмотреть, как украшаем. Ну и самое главное, поддержание порядка здесь. Поддержание порядка, дисциплины и побелка всего, покраска, побелка бордюров. То есть восстановление всего того, что в течение, ну, в принципе, мы поддержим, но именно в эти дни здесь будет весь город, очень большое количество людей, которые будут смотреть, видеть, что работы проводятся, на месте мы стоим, объем работ проводится огромный, колоссальный. Мы сейчас в день вывозим по 8, по 10 тракторов мусора. А сейчас информация для тех, кто планирует добираться до кладбища на общественном транспорте. Автобусный маршрут номер 11 поменял график движения, и рейсы стартуют раньше, чем обычно. Новое расписание будет действовать до 9 мая. Причем в дни поминовения усопших, 8 и 9 мая, автобусы будут курсировать с 8 утра до 6 вечера. Проезд на кладбище и обратно будет бесплатным. И продолжая тему, в ГИБДД оперативно отреагировали на материал, который вышел в нашем эфире. Напомню, речь шла о нарушениях правил проезда и парковки по улице Горького. А по сути дела о полном пренебрежении правилами дорожного движения. Владельцы дорогих иномарок ездили как и где хотели по центральной пешеходной улице нашего города. Теперь же тем, кому до этого времени закон был не писан, о нем напомнят. А у особо ретивых автолюбителей появится шанс вспомнить, как оно быть пешеходом. Я скажу, наверное, одно, что все-таки недостаточные меры мы принимали, что именно касается улицы Горького. Вот. Со стороны администрации муниципального образования города-курорта Анапа к нам приходили письма с фотографиями водителя, которые нарушают правила дорожного движения. Вот. В настоящее время мы этот момент исправили. По фотографиям, которые нам были присланы, мы приняли меры к водителям, которые нарушали правила парковки, парковались на местах для движение пешеходов на тротуарах. Вот. В настоящее время у нас на постоянной основе работает там экипаж ДПС, то есть круглые сутки мы наводим порядок. Будет наведен порядок, уверяют в ГИБДД, во всех местах, где движение авто полностью или частично ограничено. К примеру, на Пионерском проспекте. Люди начинают движение по полосе, предназначенной для движения общественного транспорта. Вот. И в настоящее время мы приводим все в соответствие, чтобы люди двигались не по Пионерскому проспекту, а выезжали на верхнюю дорогу. Вот. Также отработка у нас идет по прилегающей территории к пляжам и к паркам, также в курортной зоне. Еще одна острая проблема, активно обсуждаемая жителями и гостями курорта – самострои. Теперь нерадивые застройщики за обман будут отвечать по закону. Соответствующий законопроект был принят накануне. В
кодекс вводится новая статья «Привлечение денежных средств гражданина застройщиком в нарушение действующего законодательства». Крупным размером предлагается считать сделку на сумму от 3 миллионов рублей, особо крупным – от 5 миллионов. Максимальный срок наказания, который грозит нарушителям закона – до 5 лет лишения свободы. При этом нерадивый застройщик освободится от уголовной ответственности, только если возместит ущерб в полном объеме или примет меры, в результате которых многоквартирный дом будет введен в эксплуатацию. Напомним, на Кубани, чтобы защитить права дольщиков, планируют проверять финансовую состоятельность застройщиков и создать их единый краевой реестр. Также власти региона призывают начинать продажу квартир только когда дом будет готов на 50%. И в продолжение темы купли-продажи жилья. Как сообщает газета «Бюллетень недвижимости», более трети квартир в Анапе покупают жители Москвы и Московской области. Эксперт издания отмечает, что половина квартир комфорт-класса в городе приобретается для сдачи в аренду. Еще четверть жилых объектов покупают для детей, как место временного или сезонного проживания, но в аренду не сдают. Покупают для дальнейшей перепродажи лишь 1 или 2% квартир. Анапчанка Алина Исмагилова, возможно, в скором времени примерит на себя корону. Красавица из Краснодарского края представит Анапу на всероссийском конкурсе красоты «Российская красавица». Финал конкурса состоится 27 апреля в Москве. Сейчас Алина уже в столице и усиленно готовится к своему главному сражению. Для того, чтобы поддержать нашу землячку, необходимо принять участие в голосовании, которое активно проходит на сайте, указанном на экране. Жительницы Краснодарского края могут принять участие в еще одном конкурсе красоты «Топ-модель России». Это новый проект продюсерского центра «Алекс Групп», организатора конкурса «Российская красавица». В данный момент кастинги проводятся по всему Южному федеральному округу России. Заявку на участие можно оформить на указанном сайте. Будет еще 4 кастинга. Вот завтра у нас, например, в Краснодаре будет кастинг. 23-го будет в Ростове, 29-го будет в Анапе и 30-го на российский завершающий кастинг. После этого мы уже отбираем всех девушек. 5 мая девушки заезжают уже на одежда комплекса в город Кабардинка. Будет у них двухнедельное проживание, где будут обучаться и профессиональным, и педагогам. Будут везены фотосессия. И 21 числа будет у нас уже финал конкурса. По сообщению «Кубанинерго», завтра, 22 апреля, в связи с проведением ремонтных работ с 13 до 15 часов будет частично прервано электроснабжение в Субсехе, Бужоре, Гайкадзоре. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера Анапского РЭС 542-22 или по телефону горячей линии 8 800 115-52. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48 300.